Всем привет, с вами Фасадыч. Здравствуйте, мы находимся в учебном центре компании Техшинколь в одном из 17 учебных центров. У нас в компании есть в крупных городах строительная академия. Сейчас находимся в Рязани. Рязань – это столица Техшинколь, потому что здесь 10 производств. За один день можно увидеть все материалы, которые Техшинколь производит. В Москве у нас учебный центр на ВДНХ работает только на Москву и Московскую область. В Рязани на все ЦФО, Санкт-Петербург на северо-запад. И дальше уже крупные города: Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар, на юге. Есть у нас учебный центр Новоалтайск, в Узбекистане, в Ташкенте, в Казахстане. Есть учебный центр уже давно был, и в Минске. То есть вот таких локаций очень много. Сейчас мы находимся на зоне демонстрационной, и здесь представлены те системные решения, которые Техшинколь предлагает рынку. Слева от меня находится фасад штукатурный, и те материалы, которые представлены здесь, полностью это системные решения компании Техшинколь. Клей, два вида теплоизоляции, сетки, декоративно-штукатурные составы, грунтовки, краски, так называемая система ТН Фасад Профи. Например, в Рязани у нас в учебном центре и в северо-западе она представлена, потому что производство в центральной части России этих клеев, но в Хабаровске там тоже есть учебный центр. Мы предлагаем рынку только утеплители, а уже все сухие смеси применяют с любого другого системы держащих, там, сухих, скальки, ЛАЭС, парол и так далее. Кого мы учим здесь? Мы обучаем здесь. Основная наша аудитория – это подрядчики, то есть люди, которые монтируют руками на объектах продукции. Тоже немаленькая часть аудитории – это торговые партнеры. То есть если сегодня менеджеры ждут какие-то материалы, а вчера занимались, например, продажей телефонов, они должны хотя бы как минимум разбираться, что это за продукт, как она применяется, какие свойства, какие сравнения с конкурентами и так далее. Кроме этого, мы здесь учим проектировщиков. Не так часто, но круглые столы для них тоже проходят. Работают в ЖКХ. Сфера, технадзор, ЖКХ, вот эти все работники. И студенты строительных вузов, что занимают очень маленькую долю, в основном это подрядчик такого партнера. В среднем в одном таком центре мы обучаем в Рязани порядка 1000 человек в год. Суммарно по академии 22 тысячи человек в год у нас проходит ежегодно. Это только очные функции, но еще дистанционное обучение, то есть через онлайн, трансляции, через вебинары. Что еще видим здесь? Мы, как я уже говорила, производим три вида теплоизоляции. Мы производим эксклюзионный пенополистирол на 9 заводах компании, и один из них находится в Рязани. Одна из закрытых линий фасады. Мы производим каменную вату, тоже на 9 заводах, один из которых находится в Рязани. И третий вид теплоизоляции – это вот такие плиты ГИРД. Это пенополиизоциануран, которые применяются в основном в плоской кровле. Также их применяют для полов, для бани. Как здесь мы видим, представлена система с парильного помещения. В отличие от каменной ваты, плиты ПИР имеют группу горючести Г1. Каменная вата у нас получается по горючести на первом месте НГ. Плиты ПИР будут Г1, и XPS уже на третьем месте Г3, Г4, то есть как сильно горючие. Если говорим по теплопроводности, то ПИР будут на первом месте, потому что у них лямбда 0,021. То есть это самые теплые, их нужно меньше всего в течение. Дальше же будут XPS и каменная вата. Если будем сравнивать по таким отношениям, как нагрузка и вода, то, например, каменная вата, она боится воды, поэтому на цоколе и в грунт, в фундамент каменную вату мы применяем только фасады, кровли и внутреннюю изоляцию. XPS не боится воды, поэтому применяем как раз вот там показывает утепленная отмостка, там, где есть нагрузка и там, где есть контакт с водой. ПИР тоже воды не боится. То есть все три вида материала применяются в зависимости от области применения, там, где выгодно их свойства отличаются и удобны для применения. Пойдем в следующую зону. Следующая зона – это зона КМС. Вообще в компании Техшинколь есть два основных вектора. Это вектор КМС и ПГС. Ну, если мы знаем, что вектор ПГС – это промышленное и гражданское строительство, и все, что касается фасадов, плоских стойбель, это относится к ПГСу, то КМС – это не кандидат в мастера спорта, это коттеджное и малоэтажное строительство. Здесь, в этом секторе круга, представлен разрешение для малоэтажки. Если мы посмотрим на скатные кровли, то у нас есть продукты от эконома до премиум. Экономом считается рулонная битумная черепица. Это, ну, по большому счету, как обои для кровли. То есть есть сплошное жесткое основание, это ОСП-плита. Мы промируем ее битумным праймером и сверху приклеиваем битумную гидроизоляцию. Несмотря на то, что она однослойная, она очень надежна, со сроком службы 20 лет. Это вот такой вариант эконом.
Следующим продуктом является гибкая черепица Шинкус эконом бизнес. Здесь уже срок службы от 20 до 60 лет, в зависимости от толщины гибкой черепицы. Монтируется она также на сплошное деревянное основание. Это может быть просьба плита, фанера повышенной долгостойкости или шпунтовная лобезная доска. Но главное, чтобы было ровное, жесткое основание. Дальше укладываются подкладочные ковры. Мы тоже их производим сами. Ковры могут быть на механической фиксации, как вот тот верхний, могут быть самоклеющиеся. Зоны, наиболее вероятные для протечки, как этот карнизный свес, всегда делаются из самоклеющихся материалов. Дальше монтируются черепицы, механические на гвозди. Ну, здесь ганты укладываются друг за другом, набиваются гвоздями, и бывает однослойная черепица, у нее будет один срок службы, двухслойная, это двухслойная, и есть трехслойная. Чем больше слоев, тем больше гарантийный срок службы. И премиальным продуктом считается вот такой материал, называется композитная черепица Рексарт. Что это такое? Это стальной лист, толщина которого 0,45 мм, с покрытием алюмоцинка. Надпись «Голливуд в Голливуде» сделана из алюмоцинка. Главное его преимущество в том, что он не коррозирует. То есть он не подвержен коррозии. Сверху нанесена базальтовая крошка и акриловый ультрафиолетово-стойкий лак. Сама по себе панель имеет небольшую геометрию, у нее длина 1,25 м, в отличие от стандартной металл черепицы, где может быть 6-4 метра по ганаж. Тут будет меньше количество обрезков. Но монтируется она уже не на сплошное деревянное основание, а на шаговую обрешетку с шагом 367 мм и механически крепится на гвозди в двух направлениях. Чтобы гвозди не было видно, идеально тогда взять лак акриловый, замазать место крепления гвоздя и посыпать посыпкой, чтобы вот когда мы места крепления в нижней части окажутся, чтобы мы их не видели. Если кровля будет простая, одна скатная или двухскатная, то такую кровлю монтировать материалом легко. Но если будет проект, где 19 скатов, будет одна яндова врезаться в другую, то такие сложные формы, здесь нельзя резать болгаркий продукт, потому что мы нарушаем стойкость алюмоцинка, может только малооборотистыми дисками, либо ножницами по металлу. Поэтому сложные формы будет трудоемко монтировать подрядчику. А так, в целом, продукт очень-очень достойный. Он напоминает натуральную черепицу. Он объемный, кровля получается легкая, потому что он полый, и эстетически привлекательный такой внешний вид. Для фасадов у нас есть вот такая продукция. Это новый материал, придуманный 2-3 года назад. Это фасадная плитка Хауберг. Мы поняли, что наши клиенты берут черепицу гибкую и монтируют на фасады и на торцы скатных кровель. Зачем они делают это из гибкой черепицы? Мы поняли, что можно сделать специальный продукт. Это форма нарезки под кирпич. Мы взяли стандартные цвета, и сегодня эти цвета пополняют все время коллекцию. Шотландский, баварский, бельгийский кирпич. Берем, есть темный шов, есть светлый шов. Монтируется эта продукция на механические на гвозди, на сплошное деревянное основание, так же, как и черепица, то есть на ОСП. Поэтому, если это новые каркасные дома, идеально подходит для новых каркасных домов. Но, честно, вообще его очень полюбили. Продукт относится к эконому варианту класса, он по цене одинаковый с сайдингом. Что-то новенькое, кирпич, и может сосед с дачи уехать, приехать, а у вас кирпичный дом оказался там за неделю. То есть можно даже удивить соседа. То есть продукт очень сильно полюбили. Дальше у нас есть такие материалы, которые относятся к сегменту частника. Называется из серии «Сделай сам». То есть перед нами с вами два варианта пола. Нам нужно сделать гидроизоляцию пола. Представим, что это ванная комната в квартире многоквартирного дома, который вы приобрели или в частном доме. Какой вариант сделать гидроизоляцию в ванне? Или нанять подрядчика, который вам с горелкой наплавит гидроизоляцию, но нам нужен обученный человек и газовая горелка. Или сделать какую-то пропиточную гидроизоляцию. Третий вариант – сделать это самому, не привлекая рабочих. Здесь на коробке есть инструкция, материал самоклеющийся. Взяли бетонную плиту, помазали битумным праймером. Очень важно, что праймер должен быть на водной основе, чтобы не было сильных запахов в замкнутом помещении. Наклеили гидроизоляцию ванной комнаты, нанесли бетонный контакт, и уже потом на плиточной плитке получился решение гидроизоляции ванной комнаты, санузла, кухни, коридора, всего чего угодно. Можно с теплым полом, можно с обычным. Также есть материал, называется звукоизоляция. Мы понимаем, что проблема звукоизоляции очень и очень сильно сейчас распространена во многоквартирных каркасных домах или в монолитно-каркасных домах. В такой ситуации подрядчик или застройщик, даже проектировщик должен об этом думать, и чтобы
ударный шум сверху у нас не распространялся с верхнего на нижний этаж. Любая конструкция решается устройством плавающего пола. То есть есть материал, это может быть каменная вата технофлора, может быть вот такой звук изоляции пола, может быть техноэластопустик супер или техноэластопустик. Он укладывается под стяжку, заводится на высоту залития нашей стяжки, и когда уже стяжка, будь то с теплым или обычным полом, лежит на какой-то подложке из этого материала, то получается конструкция плавающего пола. У нас ударные шумы воспринимает стяжка, а дальше материал не позволяет звуковой волне перейти на ниже лежащие этажи или в смежные помещения. То есть это так называемые конструкции плавающего пола со звукоизоляцией. Вот это как раз звукоизоляция, такая же в коробке, вот она здесь представлена, можно подойти. То есть это продукт специально сделан также для частника. То есть он имеет очень простое название, схему укладки и располагается в коробке, что можно приехать в розничную сеть, не знаю, Леруа Мерлен, купить его и уложить самостоятельно. Дальше есть еще один важный материал, вот такой, называется гидроизоляционная отсечка. То есть мы с вами возвели фундамент, нам нужно отсечь фундамент от вышележащих стен, будь то деревянные, либо кирпичные, либо из блока стены. Раньше люди брали рубероид, отрезали полосы, укладывали и таким образом делали гидроизоляционную отсечку. Сегодня мы живем в 21 веке, это готовый продукт, который имеет нужную нам ширину, это может быть ширина 200, 400 или 600 мм. Она укладывается как гидроизоляционная отсечка при укладки блоков, деревянных конструкций или такая Z-образная изоляция при слоистой кладке. Также перед устройством уирлата, то есть брус, когда укладываем уже кровлю деревянной конструкции, она монтируется, вот у нас монтирована на мастику, приклеивается, и дальше потом пошла наша стена, либо уирлат. Вот такие решения. Потом, что еще есть? Фундамент. Перед нами фундамент частного дома. С правой стороны, с левой стороны фундамент. Любой фундамент можно сделать или устройством наплавляемой битумной гидроизоляции. Для этого, опять-таки, нам нужна газовая горелка, специально обученные люди. Мы будем наплавлять сюда гидроизоляцию. Как раз галтели TXPS сюда и подходят как раз. Подойдут, сейчас покажу. В итоге есть вариант устройства мастичной гидроизоляции. Или вот такой вариант, очень простой для исполнения, опять-таки, частнику, взять брата, свата, соседа и сделать это самому. Перед нами фундамент. Фундамент выполнен либо это ФБС-блоки заводского изготовления, либо это монолитная бетонная лента. Обязательно обрабатывается битумным праймером, тут уже на любой основе, хоть на растворителе, хоть на воде, потому что запах у нас на улице быстро улетучивается. Дальше приклеиваем битумную гидроизоляцию. Обязательно соблюдаем переходы от этого внешнего угла и внутреннего через 45 градусов галтель или переходной борт, который либо делаем самостоятельно, либо берем заводского изготовления. Приклеиваем гидроизоляцию и, чтобы ее защитить, применяем вот такую профилированную мембрану плантер. Плантер мы тоже делаем сами. Это профилированная мембрана, это полиэтилен высокой плотности. Раньше мы брали продукт, это раньше был пластиковыми стаканчиками, бутылками и так далее. Это вторичка. Все переплавили, добавили черный цвет и получили вот такой продукт. Шишкомембрана называете? Пусть будет так. У нас в России вся обратная засыпка – это строительный мусор. Все, что было на стройке вокруг, сгребли вместе с гвоздями, обрезками, арматурой, кирпичом. Поэтому любой острый предмет протыкает мембрану, но не повреждает гидроизоляцию при обратной засыпке. У нас гидроизоляция будет долго надежно работать. Если уровень грунтовых вод низкий, то обычная мембрана вот этими выступами внутрь. Если уровень грунтовых вод высокий, то мембрана берется с дренажом, это геотекстиль, который уже на мембране изначально в рулоне закреплен. Тогда подразумевает, что вода просачивается в геотекстиль, между шипами плантера уходит в дренажную систему водоотведения, отводится к колодцам водопонижения, и мы видим уровень воды вокруг дома. Это часто бывает и в ПГС, и в КМС. Это вот все демонстрационные зоны. Следующая зона – это зоны практики. У нас есть зоны с капной кровли, и те подрядные организации, которые монтируют коттеджные поселки и различные дома, здесь могут тренироваться. То есть один день теории, два дня практики. Сначала послушаем теорию, потом начинаем монтаж. Монтируем все полностью. У нас есть стенды со сплошным деревянным основанием. Монтируем сначала наши подкладочные ковры, их большой ассортимент, рассматриваем разные. Потом монтируем механически гибкую черепицу шинглас.
Матировать можем как на гвозди, так и непосредственно на нейлер, на пистолет автоматический, который у нас забивает. Да, вот как раз вот это у нас вариант гвоздей для того, чтобы под пистолет их использовать. Это ершёные профильные гвозди, оцинкованные, имеющие широкую шляпку, специально для того, чтобы черепица держалась надежно и долго. То есть просто обычными саморезами закрепить ее нельзя. Ее нужно крепить специальными профильными гвоздями. Здесь же показаны наши продукты, такие как планки. Стандартная планка торцевая и карнизная, может быть, с пластидовой полимистера, то есть металлический. Но мы на заводе «Рюкзак», там, где производим черепицу, делаем вот такие планки. Это тот же лист стальной с покрытием алюмоцинка. Сверху базальтовая крошка. Здесь есть место для наплёстки. Цвет подобранной планки черепица делает более законченный, аффективный внешний вид. То есть вот цвет планки подобран, вот красная под красную черепицу, и таких вариантов много. Здесь же показано примыкание к трубе через монтаж хаубера, к основанию ОСП, примыкание трубы, черепица. И вот вариант устройства гендового внутреннего угла, вот вариант устройства цоколя. Если у нас на цоколь смонтирован эксклюзионный пенополистирол, то мы помним сами, что хауберг мы на сплошное основание монтируем к деревянному основанию гвоздями ершёными, то на XPS мы берем вот такой ершёный гвоздь, это R16 винт, и в мягкое основание завинчиваем по определенной схеме фасадную плитку хауберг на цоколь. И получается, у нас цоколь приобретает внешний вид кирпича, но это не кирпич, а имитация кирпича. То есть для того, чтобы мягкое основание закрепить, берем специальный крепеж. Вот. Пойдемте в следующий. Вот здесь же показаны коньки. Это монтаж коньково-карнизной черепицы методом такого двойного замка для большей даже архитектурной выразительности. Устройство вентиляции под кровельное пространство, примыкание и так далее. Следующая зона — это зона фасада. Наша любимая, как красивая она, какая сильная. Зона фасадов представляет из себя зону, где есть оконные проемы. Есть внешние и внутренние углы, цоколь, и мы на этих участках, это все рабочие зоны, монтируем в зависимости от темы семинара. Если мы сегодня изучаем фасадные системы мокрого типа, то мы будем сюда приклеивать каменную вату или полистирол, сверху наносить базовую штукатурную слоя и уже выполнять систему с примыканиями со всеми там к окнам, к цоколю и углам. Если будем изучать хаубер, то будем сюда монтировать хаубер на ОСП. Если мы будем изучать сайдинг, а у нас компания недавно начала сайдинг показать, то мы здесь будем монтировать сайдинг. То есть любая фасадная тема для того, чтобы ее отработать, может проводиться на этом участке. Здесь также видно, что хауберг может монтироваться на криволинейную поверхность, на радиусную. Здесь радиус 2 метра, мягкая, гибкая продукция и легко ложится на любую криволинейную поверхность. Это зона пресс-пола, можно сфотографироваться, прикоснись к знанию, опыту, мастерству компании Диакнониколь и зарядись энергией мастерства. Обязательно прислонитесь и питайте в себя энергию. Ладно, вы к чему больше подходите? Вот к знанию, к опыту или к мастерству? О, это моя рука здесь была. Роман Николаевич, конечно, опытный сотрудник компании. Вот. То есть это пресс-вол, мы здесь можем сфотографироваться, зона для общих фото, ну и немножко зарядиться. Фитнес-пир, система такая канадская. Получается, это зона плоской кровли, это имитация плоской кровли, парапета, вертикальная часть, горизонтальная часть, есть устройство водоприемной воронки, парапетной воронки. Здесь, учитывая, что у нас вентиляция работает, мы можем и разрешено включать открытые планы. Рулонов впитанных заводов у нас 16. То есть это большая доля рынка, которая занимает сегмент. То есть мы здесь рассказываем про наши материалы, мы накладываем эту продукцию, пленку с посыпкой, монтируем все сложные узлы, чтобы подрядчик мог точно не ошибаться и не было протечек на вещах, такие как водоприемная воронка. Учимся монтировать центральную воронку, парапетную воронку и отрабатываем внешний, внутренний угол примыкания к вертикали. Чтобы правильно сделать примыкание к вертикали,
Есть вариант устройства либо цементно-песчаные стяжки, либо вот таких готовых галтелей. Вообще сами галтели могут быть разные. Они могут быть из каменной ваты. Это классический вариант. Могут быть из цементно-песчаные стяжки, выполненные на объекте. Даже есть экспериментальные варианты сплит-пир, галтелями и сплит-пир. Есть вот такой вариант из плит CXPS, когда у нас сам по себе элемент теплоизоляции из экструзионного пенополистирола группы горючести Г3-Г4, но когда мы наносим на нее стяжку, она у нас превращается в Г1, и это дает возможность сразу наплавлять материал непосредственно на галтель. Конечно, намного проще взять готовый продукт, уложить, смонтировав это, как, ну, вот тут вот проще будет показать, как готовый элемент, и любой переход с вертикали на горизонт через элементы усиления выполнить при помощи вот такого готового продукта. Сами по себе плиты, вот они у нас представлены здесь. Это... рассказывать про них, Роман? Как хочешь. Как хочешь. Все можно. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы наплавить рулонные битумные материалы, нам нужно ровное, жесткое основание. В практике обычно выглядит это следующим образом. То есть мы укладываем мокрую стяжку, выполняем ее на объекте и ждем, пока она высохнет. Потом, когда стяжка будет готова, мы должны будем ее промировать битумным праймером и наплавлять продукцию. Если у нас нет возможности устроить мокрую стяжку, потому что у нас может быть уже сезон зимний, когда температура ниже, чем плюс 5 градусов опускается, и мокрый процесс вести невозможно. Плюс ждать, пока она высохнет. А есть вариант устройства плоского шифера, либо вот таких вот хризолит цементных листов, когда укладывают листы в два слоя, бронируют их битумным праймером с двух сторон, и они высыхают, а потом сверху наплавляют. Тоже довольно трудоемко, и нужно это не забывать, что нужно их бронировать с тех сторон, с нижней и с верхней, иначе их начинает вести. Недавно в компании появились плиты, которые называются CXPS, это классический экструзионный пенополистирол толщиной 50 мм, сверху которого 1 см нанесена стяжка, готовая в заводских условиях. Сама плита имеет классический размер 1200×600 мм, и стяжка сверху уже дает возможность на плиту сразу наплавлять рулонный битумный материал. По сути, это как конструктор погребщика. Очень сильно полюбили его наши клиенты ЖКХ. То есть можно уложить на плоскую коврю, одновременно ее теплоизолировав и с возможностью устройства сухой стяжки. Дальше все поверхность тронируется битумным праймером, даем высохнуть и наплавляем непосредственно на эти плиты. Первым продуктом, который мы рекомендую нижним слоем наплавлять, это продукция Uniflex Vent, вот такой вот материал. Материал с частичным приплавлением, то есть черные полосы битумные разогреваются и приплавляются к поверхности, а полосы желтые с песком не приплавляются. Это дает возможность какой-то избыточной влаги выйти всегда из-под конструкции подкровенного пространства, так называемое устройство, ну, не вентилированное стекло, то выходу влаги из конструкции. Сверху уже наплавляют на него классический материал с крупнозернистой посыпкой вот такого типа. Ну, вот такого типа. То есть, когда у нас идет сверху крупнозернистая сланцевая посыпка, и это дает защиту от ультрафиолета. То есть, это будет уже финишным слоем, вот он показан здесь, нашего крупнозернистого пирога. Окей? Вот еще можно, Ром, показать. У нас, я не знаю, кстати, а ты скажи, это там такие маленькие. Прям такие маленькие, все. Нет, вот такие есть. Такие вот они будут поставляться по 4 штучки. По 4 штучки, да. Какая длина короткая была? 60 сантиметров. То есть получается плита с торца порезанная вдоль, да? Ну, это не важно, как она порезана. Главное, то, что она вот так будет поставляться. Можно купить 4 штучки фактически в пачке. В пачке будет 4 штучки. Да, что у нас сегодня клиенты часто жалуются на то, что когда они покупают галтели из каменной ваты, галтели идут кратно поддоны. И сколько бы им ни требовалось, они вынуждены брать кратно поддоны. Зачастую галтели из каменной ваты остаются на объекте. Ну, то, что они не поддоны, это большой объем. Галтели же из полистирола со стяжкой идут кратно 4 штукам в упаковке, и всегда можно с точностью до одной штуки просчитать, какое количество нужно на объекте заказать, и у вас никогда не будет перерасхода материала или остатков.
Технониколь проектирует и строит каркасные дома. По технологии энергоэффективного строительства это деревянный каркас, заполнение каменной ватой, снаружи ветрозащитная мембрана, которую мы производим, внутри пароизоляционная пленка, которую тоже мы производим, заполнение каркаса из каменной ваты. Такие фасады быстро возводимые, энергоэффективные, могут иметь разные отделки. Может быть вариант отделки фасада кирпичом, может быть эконом-вариант хаубергом фасадной плиткой, может быть вариант отделки штукатурным фасадом. По типу фундамента это могут быть или утепленная шведская плита, или свайный винтовой фундамент. У ШП мы уделяем отдельное обучение, отдельный семинар и обязательно рассказываем про энергоэффективность такого решения. У нас есть грунт, мы производим отрывку котлована, устраиваем сначала дренажную систему водоотведения, то есть геотекстиль, щебенка, труба с дренажом, и вся вода, которая будет отводиться от здания, попадает в эту трубу, и по ней перемещается в специальные колодцы, чтобы можно было увидеть уровень воды. Делается два слоя утрамбованного песка по 15 см, на которые укладывается плита полистирола, она имеет толщину 100 мм, высокую плотность и длину 2,360, то есть очень длинная плита. Укладываем это полностью, весь наш по проекту, площадь дома. Mm-hmm. Дальше под все помещения собираем еще два слоя полистирола по 100, суммарно получается 300 мм под все жилые комнаты. А в зоне нашего возведения будущих стен делаем каркас из арматуры, под так называемый ленточный фундамент. Получается, комбинируется плитный фундамент с ленточным фундаментом, и все это объединено в одну плиту, заливается бетоном и устраивается система теплого пола. Вообще в каркасных домах и в домах энергоэффективных важны 5 принципов. Это первый, загинаем пальцы, замкнутый контур тепловой оболочки дома, то есть полностью утеплен фундамент, переходит в полностью утепленные стены, дальше в мансарду, и так замыкается весь контур оболочки дома. Второе – это замкнутый контур воздухонепроницаемой оболочки. Это получается пол, переходит в пароизоляционную пленку, в примыкание к окну, в стеклопакет, и нигде не должен прерываться карандаш. Пароизоляция на мансарде, и так по всему периметру. Третий принцип – это качественные стеклопакеты, чтобы они отвечали требованиям энергоэффективности. Четвертый принцип – это отсутствие каких-либо мостов холода, то есть не должно быть конструкции, пронзающих, например, балок металлических насквозь стены. И обязательно пятый принцип, без которого предыдущие будут мертвыми – это постоянно действующая приточно-утяжная система вентиляции с рекуператором. То есть за воздухообмен в доме отвечает искусственная вентиляция, искусственные рубки. Свежий воздух собирается, предварительно нагревается, омывает все там ванные комнаты, чистые помещения, спальни, гостиные, и уже из грязных там санузлов кухонь выкидывается, и получается такой воздухообмен. Есть даже в Германии такие три режима, то есть один дома, вечеринка или там семья, допустим, живет. То есть кратность воздухообмена, когда вечеринка увеличивается многократно, когда там все уезжают в отпуск, наоборот, уменьшается, чтобы лишние кубы не гонять искусственно. Вот это очень важно, и при правильном проектировании получается легкий, быстро возводимый, теплый, очень энергоэффективный дом. Еще очень важно, сегодня модно проектировать стеклопакеты, которые в пол, да, у нас уходят стеклопакеты. Вот такие панорамные окна нужно грамотно ориентировать по сторонам света, и вообще весь дом нужно ориентировать по сторонам света так, чтобы максимальное количество стеклопакетов, уходящих в пол, уходило куда? На юг, север или восток? На восток, наверное. Почему? Солнце встает до полудня. А потом уходит. Да. На самом деле, для того, чтобы дом был энергоэффективным, самое грамотное расположение максимального стеклопакета уходит, должно уходить на юг, там, где избыточное теплопоступление. Mm-hmm. А минимальное количество окон, там, где санузлы, там, где гардеробные, какие-то лестничные марши, уходить на север. То есть на севере лучше как бы позади оставлять совсем ненужные комнаты, которые не функциональны. Опять-таки, это кладовки, гардеробные. На юг выводить большое количество панорамок, а уже запад и восток, в зависимости от того, кто любит просыпаться на восходе с ярким солнцем и лучами, или на закате, наблюдая закат, тут уже какие-то спальни располагать. Почему так это важно? Потому что зимой, когда солнце очень низкое, у нас будет в эти стеклопакеты избыточное теплопоступление, давая нам дополнительную энергию на перегреем помещение, будем тратиться на кондиционеры. Но чтобы эти траты не были сильно избыточными, есть три способа защиты. Первый способ – мы используем внешнюю систему жалюзи, как раньше бабушки закрывали
ставни, которые тоже закрывали от солнца. Внешняя система жалюзи всегда уберет нам, преломит солнечный свет, не нагрев наше помещение. Есть вариант такой, что мы можем применить маркизу. Маркиза – это козырек, который раскручивается над окном. Он может быть там тряпочным. Да? И когда он раскручивается, он дает хорошую тень в верхнее зенитное солнцестояние. Это яркий-яркий верхний свет. Просто не попадает в наши окна, потому что козырек дает тень. И третий, самый простой способ, чтобы не делать внешние жалюзи, либо не устраивать маркизу, просто по проекту, дом располагая, надо спроектировать козырек, какой-то навес из нашей кровли около этого панорамного окна. Тогда, получается, мы имеем возможность наблюдать панораму нашего участка, какой-то красоты, деревьев, сада, да? Но когда у нас это зенитное солнцестояние, то этот навес, козырек, дает нам также тень, и мы можем не тратиться на кондиционер. Это может быть какой-то выход на летнюю кухню, это может быть какой-то выход на террасу, да? Но конструктивно мы создаем такой элемент, что он и красоту нам в панорамных окнах обеспечивает, и одновременно... А зимнее солнце низкое, оно по-любому попадет, потому что козырек даст возможность низкому солнцу попасть в эти окна. Вот такие маленькие хитрости. Это очень-очень важные вещи при проектировании, грамотном расположении дома на участке. И тогда, если все сделать правильно, это будет хороший, долговечный дом. Здесь у нас представлены наши пленки, которые компания «Техниколь» производит. Это гидролитозащитные мембраны, различные по составу и свойствам. Также наши пароизоляционные пленки, которые также мы производим здесь, в Рязани. И вот такие вот паразиты 4.0, 3.0. Как в мансарды, так и в стены. Это разного вида материал. Здесь мы находимся в классе, он же кабинет, и отсюда в большей степени сегодня мы проводим вебинары. Для наглядности здесь показан еще один макет устройства плоской крови, и все виды рулонов битумной гидроизоляции показаны на этом макете. Как можно сделать обычную кровлю, как можно сделать бетонным основанием по профлисту, как можно сделать кровлю под зеленый газон, зеленое насаждение, или под тротуарную плитку, то есть под пешеходную нагрузку, или под автомобильную нагрузку, или даже под РЖД нагрузку. Все виды применения рулонов битумных материалов в плоских кровлях, а также в фундаментах и тоннелях, и даже в парковке, вот тут можно заметить, как устроена парковка, можно наблюдать здесь. То есть это многоквартирный жилой дом с офисным зданием, с парковкой, со станцией метро, где можно видеть, как применяются продукты компании «Техникол». На этом спасибо большое за внимание. Приходите к нам учиться в Техникол-академии «Техниколь» и попробуйте помонтировать здесь у нас все своими руками и убедиться в том, что мы делаем классные материалы.